Ну, можно управление взять, пожалуйста? О, да, да, ты можешь, ты можешь. У меня плюс 4 круга топлива. Ух! А что творится? Да, блядь, ну это нечестно. Да, 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 да. Все, плюс 4 круга топлива, надо сжигать. Так, нечестно. Коля, 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 я справа. Пожалуйста. Я вижу. Впереди Ахмед! Дигилевич! Дигилевич! Коля, Коля, убивай, минус! Убивай, убивай, убивай его! Оп, крылья летят! Давай, о, господи, Коля, за что? Ну, блин, мы три в ряд уехали, я не виноват! Давай, давай! Веско. Ой, ви-ви-си-си! Ты как, сильно повредил, Никит? Он у меня сдохло. Я тебе так скажу. Господи! Перехожу на медиум. Типа, вообще так нечестно, на самом деле. Ну, на два медиума ты 100% дотянешь. Давай, Никита, наш ГДД заканчивается. Прохожу, Дигилевич. Никит, наш? Краснаху проезжать будете? Да-да-да. Я десятый. Впереди пилот Ахметов. Духа. Ты хотя бы в гонке. А тут рандом. Решит великий рандом. Ой, Ахметов. Ну, что ты Коля, 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 Ахметов, ты дал! Ахметов. Боже мой, Коля, давай, давай, давай. Дигилевич тоже крыла нет? Потому что Дигилевич немного обосрался. Как можно обосраться немного? Не верю. Так, Коль, дай пройду. О, у меня одна есть. У меня тоже одна. Я на старте получил. Минус колки. Нормально. А здесь? Нормально они разгоняются. У меня просто делать микрофон, чем хочет, конечно. Тебя и Епифанов атакует. Нормально, я обогнал! Я идеальный, челы! Гонка будет очень длинной. Давай, я пока прошу, а ты не так гонишь. Давай, давай. Как говорится, созвонимся, наберешь. Вообще еле-еле проходишь. Чел, ты рофлишь. Андрей. Осторожно. Вижу. Ой, а нет, преда нету. Нормально. Опа. Ой, а вот и Виктор. Опа! А сам перегрел свой. Чё творишь? Осторожнее, ребят. Просто бред дали. Хорошо. Процентов износа. У меня 0% износа на софте. Ну вот, я ждал, пока ты проедешь. Карны бывает. Мне тоже бы его пройти на самом деле. Что я и сделал? Да, мне хватит скорости. Йога пролетел. Стой, 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 стой! Пропусти, у меня ДРС. Что это было вообще вот просто? Нормально ты пролетаешь. Ага. Зарема на пяти. Помянем. Андрей, ты лагаешь, это плохо. Это сама играла. Пролетел. Ну? Как? Это мое второе предупреждение, мне дают штраф. Ага, за меня. Проходи. Плюс 0,75. У меня плюс 2 разобойщ, короче. Плюс 1. Я снова тебя жду! У меня был зеленый свет на какой-то момент. Но, да. Из-за этого, походу, Пантелеев впереди. Да.
Только не говорите, что еще и за Рэмбо. Не, за Рэмбо подожди. Я гряди Пантелеева, ропа вообще. Да блин, ну я его сейчас должен проходить. По крайней мере, ему нету смысла со мной бороться. А, опа, ну до свидания. До свидания, молодой человек. Ты куда меня... Ладно. Ой, у меня крылья меньше. Вас понял. Надо было... брейк-тест, Андрюк, давай ему брейк-тест. Там торможение, это точка 100. Нет, там поребрит точка от торможения. Предупреждение штрафа. Во, видишь, тупая игра. Я бы сейчас бы только получил бы 3 секунды. Не надо, не надо. Это же весело, Андрей. Ты мне крыло сломал. В смысле сломал тебе крыло? Господи. Я, блин, подметён на работе, но стал ошибаться. Я тебя пропустил. Вот, теперь хотя бы все честно. Уровень повреждения симуляции — это говно полное. Да. Согласен. Ну вот, во втором секторе я сейчас. 2, 3, 5, 4. Ох, Ярика занесло немножечко. Ха, сюда просто! Не, ну если бы ты тогда позиции не отдал, ты был бы сейчас второй. Да.